Рубин всегда отличался характером, и мне очень тут нравится, потому что все ребята хотят доказать, и всех с характером так и должно быть. Нельзя как бы расслабляться не из-за того, что там пропустил или кто-то ошибся. Нужно работать до конца и добиваться своего результата. Ну, нужно ощутить, выйти на поле. Наверное, любой футболист вам подтвердит это, ну, неописуемо такие чувства. Как по-твоему, сегодня гнали ребят вперед? Помогали? Конечно, это тот шум, ну, тот ажиотаж, который стоит, это великолепно. И всегда хочется, чтобы еще приходили. Сегодня результат, игра очень хорошая. Я думаю, с Уфой придут 45. Так поставим рекорд, чтобы все пришли.